Добрый день. Мы находимся на Чукотке. Чукотка – это тысячи километров вот таких вот прекрасных рек, озер, абсолютно девственной нетронутой природы, где на многие-многие сотни километров можно не встретить ни одной человеческой души. И мы приехали на Чукотку половить крупную щуку и испытать снасти компании Fox Rage. Вот перед нами лежат 5 спиннингов. Это известный ярославский рыболов Дмитрий Зюзин. И вместе будем тестить и примантии, и спиннинги. Поэтому мы сейчас вам расскажем о каждом спиннинге, для чего он применяется, где его оптимально использовать. Сразу хочу сказать то, что когда мы готовились к этой поездке, нас предупредили, что, ребят, здесь надо брать не лайтовые снасти, мягко говоря. Ну вот из этой линейки спиннингов по здешним понятиям лайтовым уже считается 1550 спиннинг. Вот мы его в таком в лайтовом варианте взяли. Самый мощный спиннинг у нас до 160 с лишним грамм. Ну и вот сейчас по порядочку мы будем рассказывать о каждом спиннинге, а потом попытаемся показать, как они работают в действии, и поймать какую-то рыбку. Дима, расскажи. Ну, что я хочу сказать. Вот возьмем спиннинг Шаджиггер Терминатор. По здешним меркам это лайт. То есть с тестом 1550, длина у него 2,45. На наших бескрайних просторах Волги, в волжских водохранилищах, этим спиннингом мы ловим, ну, в принципе, любую рыбу на джиг. То есть изначально это удилище разрабатывалось как джиговая палка. Мы решили взять ее сюда, посмотреть, как она будет себя вести в этих условиях. Попытаемся с этим удилищем сделать и рывковую проводку, половить на воблеры. Посмотрим, как оно будет себя вести на здешней, очень такой крупной и быстрой. Она даже не быстрая, она, скорее всего, очень мощная щука, даже при размере там, в 5-6 килограмм, выдает такие кульбиты, что просто диву даешься. Следующее как бы, удилище будет у нас Bait Force кастинг. То есть кастинговая палка, но это уже более мощное удилище. Длина у него 2,50, тест 30-80 грамм. То же самое приблизительно эта палка разрабатывалась для ловли джигом на Волге, ну, на любых, как бы, водоемах с течением для ловли на крупные приманки. То есть мы ловили 28 сантиметров, виброхвосты у нас были, тест у него до 80 грамм. То есть это достаточно жесткая, быстрая палка, чувствительность очень хорошая. А я, соответственно, вот использовал вот такой спиннинг. Называется он Jerk and Swim Bait 228, тоже серии Terminat Elite Series. Тест у него 50-120, это тоже кастинговое исполнение. Очень удобная длина, которая позволяет совершать и равномерную проводку, и различные вариации там step and go. При этом также можно абсолютно нормально совершать и рывковую проводку. То есть это такой по здешним местам очень правильный, очень хороший универсал. Дальше я буду использовать такой же спиннинг, как использовал Дмитрий, только в безинерционном исполнении. Это Bait Force 2.50, тот же тест 30-80. Они, в принципе, идентичны. Единственное, что Дмитрий его использует с мультипликаторной катушкой, а я буду использовать его с безинерционной катушкой. Ну и вот у нас здесь еще одна есть палочка такая, очень интересная. Это Big Bait Spin 240, та же серия Terminator Elite. Тест у нее 42-168, очень серьезный инструмент. Вот мы хотели бы его испытать там. Вот, может быть, сегодня даже это удастся, где мы ожидаем встретить щуку 15+. Как сказал Дмитрий, здесь щука действительно, она такая, ну, если говорить совсем простым языком, очень борзая. При этом у нее очень интересное поведение. Это такой настоящий чукотский крокодил. Мы используем поводки здесь 80 сантиметров или даже метр. Не потому что
она так глубоко заглатывает приманку, а потому что, когда при вываживании ты ее подводишь к берегу, она начинает втыкаться носом в берег и, как вот крокодил, наматывать на себя леску. И уже были как бы неоднократно случаи с более короткими поводками, когда она жаберной крышкой просто обрезала шнур. Вот для этого используются более длинные поводки. Сейчас Дмитрий, как большой специалист по ловле на силиконовые приманки, немного расскажет о продукции Fox Rage, именно о крупном силиконе. Он очень успешно ловит на эти приманки на Нижней Волге крупных судаков и у себя на Рыбинском водохранилище. Сейчас вот он расскажет, насколько они актуальны здесь, на Чукотке. Значит, когда мы ехали сюда на Чукотку, меня предупреждали, что силиконовые приманки живут очень недолго. Но есть вот такие прекрасные виброхвосты компании Fox. Фаертейлы, классики, которые сделаны из очень плотной резины. Значит, в чем преимущество таких виброхвостов на этих просторах? Что их щука не так быстро съедает. То есть они очень крепкие, очень плотные. Если посмотреть, они очень сделаны из хорошего материала. Ребята местные были очень удивлены тем, что сколько рыбы мы вылавливали на эти приманки. Обычно 1-2 щуки, и все кончалось. У нас доходило до 10-15 штук без вопросов. Значит, мы взяли самые крупные приманки для местной щуки. И очень легкие относительно приманок джиголовки. Для чего это было сделано? Значит, здесь не очень большие глубины в основной своей массе. И использование рывковой проводки получается на этих виброхвостах. Можно равномерно вести. И мы с Владимиром вчера нашли одну хорошую яму, где глубина достигала порядка 6-7 метров. Джиголовка 21 грамм. Классическая ступенчатая проводка. Все работало великолепно. Как сказал нам местный гид, что мы первые здесь на Чукотке, по крайней мере, он видит, ловили классическим джигом щуку и достаточно успешно. Значит, сейчас, наверное, Владимир расскажет о воблерах всевозможных, которые мы используем. Он в воблерах большой специалист, намного больше меня знает. Наверное, слово передадим Владимиру. У нас здесь представлена продукция трех компаний. Это свимбейты компании Arlure, воблеры компании Gillis и воблеры и свимбейты компании Fox Rage. Ну, вот мы здесь половили уже на свимбейты. Вот видно, в каком состоянии этот свимбейт. Вот мы даже сняли один тройник, потому что он был сломан одной щукой. Она завела в корягу, и вот этот свимбейт лишился этого тройничка. Здесь вот есть размеры помельче Arlure. Его тоже вот хорошо видно, то, что он весь искусанный. Они такие уже у нас все потрепаны. Очень неплохо зарекомендовали себя вот эти свимбейтики компании Fox Rage. Вот такой составничок с силиконочкой. Другая модель. Это такой своеобразный поппер с лопаточкой. То есть он в одном флаконе, как говорится, это и воблер, и поппер. Вот они стали буквально здесь хитом. Вот, например, вот на вот этот вот воблерочек вчера была поймана щука на 11200. Вот его видно, как его уже тут погрызли. Вот это модель Too Deadly, 120 миллиметров. Практически от нуля где-то до метра его можно в принципе загнать. Хотя тут заявлено, что там до 6 футов, но до 6 футов нам не удалось загнать. Правда, мы используем достаточно толстые шнуры. Для ловли на свимбейты я использую вообще 0,4. Дмитрий использует лесочку компании Fox Rage. Сейчас мы, наверное, уже пройдем к практической части
И попробуем вот в частности поймать вот на вот этот воблерочек. И на другой спиннинг я поставлю вот такой свимбейтик. И попытаемся вот в этой прекрасной рите, это приток Анадыря, называется Чивимейм, что в переводе с чукотского «река узкая». Сейчас я оснащу два спиннинга вот этими приманками и попытаемся поймать какую-то рыбку. Вот у меня до этой поездки не было такого терминатора, именно костингового. Я ловил в обычном исполнении. Ух ты! Очень понравилась палка тем, что дальность заброса очень хорошая, чувствительность на высоком уровне. Вот она, поклевка! Свимбейты тоже вполне успешно здесь работают. Отцепилась, слава богу. Вот безбородочные крючки, как раз нам не надо ее освобождать, причем она очень хорошо знает, где находится вода. Мы и так нежненько ее так слегка подтолкнем, а дальше она знает дорогу домой. Спиннинг Байтворс 3080. Обалденная поклевка, куча эмоций, вообще зверь. Попробуем поймать на ту дедли. Соответственно, я поменял не просто приманку, а еще и спиннинг. Сейчас у меня Бэтфорс 2.50 с тестом 3080. У этого воблерочка можно сделать разные варианты анимации, как оперный вариант, так и воблерный вариант. Вот воблерный вариант сработал. Вот стандарт 14 фунтов. 14 фунтов это у нас кило 800 и 4,5, 6300. Вот клюют. И вот относительно на такие небольшие приманчики, как вот ту дедли 120 миллиметров всего, тем не менее тоже клюют приличные рыбы. Вот она! Ух! Очень злая чукотская щука. Ух, как она головой трясет, как крокодил чукотский. Щупак-то невелик, но газует, мама дорогая. Ух! Иди, иди, иди сюда.
Мощная поклевка на килолюр. Хорошо, что я убрал один тройник. Рыба засеклась на передней. Вторым подбагрилась. Очень тяжело отцеплять. Я специально еще зажал жало на крючках, чтобы легче было ее снимать. Приманка очень уловистая. Это уже третий цвет я пробую на этих водоемах. Но один из лучших получается, яркие, натуральные цвета. И очень износостойкие к зубам этой щуки. То есть сделан из хорошего пластика, который вообще не прокусывается. Даже крючки здесь производитель ставит для соленой воды. То есть можно и ловить где-то и на море, наверное. Углерочек фирмы Gillis. Называется Nid Linos. Заглублением до 3 метров. Вот сейчас попробуем и на него поймать рыбку. Здесь вот еще висел тройничочек. Я его снял, чтобы проще было рыбку отцеплять.